Всім привіт! Це хроніки війни з Тетяною Поповою. Сьогодні 40-й день війни, і ми поговоримо про те, що відбувається на фронті з генерал-лейтенантом у відставці Ігорем Романенко. Доброго дня, пане Ігор. Слышите мене? Да, слышу. Смотрите, у меня первый вопрос к вам. Как вы оцениваете сейчас ситуацию на линии фронта? Мы знаем, что отведены войска с Черниговской, с Киевской области, судя по всему, также из Сумской области, но при этом происходит накопление на юге и на востоке. Как это все воспринимать надо? Ну, есть желание и стремление руководства Вооруженных сил Российской Федерации о том, чтобы эти войска вывести, перегруппировать и направить на восток и юг. Но их состояние достаточно плачевное, поэтому на это должно пойти хотя бы до недели времени. Можно, конечно, это сделать быстрее, тогда будет более низкого качества уровня подготовки и сформирования этого группировки со всеми, так сказать, последствиями. Но они, может быть, не будут сразу это делать, потому что и последнюю армию, которая еще не задействована, с середины России эшелонами направляют к нам в Украину свою. И поэтому, ну и не только ее, еще, значит, силы, резерв, да, которые они сейчас подтягивают к нам. Да, да. Кроме того, начался, во-первых, скрытая мобилизация. Где-то что-то набрали, но их надо подготовить хотя бы там пару недель. Ну, это такое, опять-таки, решение. Можно готовить пару, надо месяцем, а можно за неделю. Начался призыв, и то есть те подходы, которые говорят, что срочная служба не будет привлекаться, это не так, это обман очередной своего народа, их задействуют, то есть призывают, додавливают в большинстве своем по необходимому количеству и уже заводят неподготовленных как контрактников. Но многих даже это не делают, а просто пополняют передовые части, которые понесли серьезные потери, и используют вот таким образом. То есть я хочу сказать, что, на мой взгляд, от недели и больше им надо для формирования, начала, может быть, формирования резерва, но при необходимости решение может приниматься руководством процесс ускорить или отложить, то есть чем больше готовить, тем лучше будет качество подготовки, но время, значит, не в пользу россиян, они это понимают, поэтому могут быть определенные ускорения. Скажите, а что у нас вот опять с ПВО? Говорилось про С-300, сначала какие-то патриоты, потом С-300, ничего этого нет. Я так понимаю, что поставлены опять стингеры и эти Стар-Стик какие-то. Ничего нету, но при этом мы видим, были данные британской разведки, где они сказали, что по Украине было за сутки выпущено 70 ракет, из которых достигли своих целей только 8. То есть какое-то наше оставшееся ПВО работает, как я понимаю. Конечно, это главный момент, что наше ПВО работает всеми возможностями. Оно усилено значительно на малой высоте до 5 километров и до дальности до 5 километров тоже за счет переносных зенитных ракетных комплексов. То есть мы используем свои возможности, которые у нас были, и продолжаем восстановление и поставки. И, безусловно, в этом помогают существенные Соединенные Штаты, ну, члены НАТО, Британия. Британия, значит, этот новый комплекс свой, там есть особенности, большая скорость ракеты, значит, эти поставки. Правильно я понимаю? Как? Стар-Стик. Так, это, по-моему, да. Стар-Стик, совершенно верно. Вот этот новый осваивают наши и ожидаем применения, рассмотреть, насколько они эффективны. А что касается ПС-300, то со Словакией как бы вопрос чиновничий. С одной стороны, вроде бы все согласовано, документы, но вот окончательно когда и что, это вопрос времени.
Кроме того, по Болгарии вроде бы россиянам удалось додавить руководство о том, что у болгар есть такое вооружение, но пока вопрос не решается или перевелось в плоскость другую. Просто надо сформулировать такой подход, что значит, сейчас вот поставка комплексов малой дальности, средней дальности советских, которые есть где-то по Европам, в первую очередь странам, которые входили в Варшавский договор, за счет, но многие страны ставят вопросы перед американцами о том, чтобы происходила замена, поставка им соответствующей техники и после этого только передача. А для нас дорога, значит, Каждый день. каждый день. Совершенно верно. Вот. Поэтому идет тяжелая работа на этот счет. И чем они ценны? Тем, что сразу эту технику фактически, была бы она только боеготова, была бы с ракетами, и у нас есть расчеты, которые могут ее получать и фактически сразу применять. И поэтому это очень важно. И несмотря на все пропагандистские подходы россиян по поводу уничтожения, значит, в первой этой операции, провалившейся Блицкриге, им это сделать не удалось. Но война есть война, поэтому тают наши эти возможности. Они тоже уничтожаются противником. И поэтому очень важно эти возможности расширять и пополнять. Вот в этом процессе усилия делаются руководством военно-политическим нашего государства. Скажите, а вот вы изучали этот переданный уже, я так понимаю, США, или вот сейчас будут передавать его только Switchblade 300, Да, дрон отвечаю. камикадзе? А чем он Да. нам может помочь? Я вот пытаюсь понять, корабли, которые запускают калибры по Одессе, он же не уничтожит. Значит, надо понимать, что премьер-министр Великобритании сказал, что помогают вот Starstreak, о котором мы уже говорили, переносным этим зенитным ракетным комплексом, ракетами Гарпун, которыми по кораблям, берег корабля, который вы вот говорите и поднимаете этот вопрос, а также дальнобойными артиллерийскими системами, ну и много чем. Надо сказать, что вот поведение Британии просто восхищает в каком-то смысле, насколько быстро и решительно премьер-министр действует, и министры его поддерживают, и министр обороны, и так далее. Вообще правительство, и реализация происходит достаточно быстро. Большое спасибо, конечно, американцы. Вот, но здесь эта система, то есть во многом наши союзники работают по чиновничьим подходам мирного времени, которые у них остаются. А у нас время – это стратегический момент в этой войне, и это боеготовность наших вооруженных сил, его потенциал, это жизни наших военных. И поэтому все это необходимо быстро и в первую очередь. Что касается Switchblade, там есть, значит, американцы выделили деньги, президент уже, так сказать, Конгресс, Америка, все эти вопросы решены, закрыты. Но поставка их до 100 единиц. Значит, Switchblade 300 – это такая по мощности, как ручная граната, 10 на 10, то есть 10 минут она может в воздухе, до 10 километров ее применения. Это в основном по пехоте. Switchblade 600, более тяжелая по бронетехнике, и возможности ее 40 на 40, то есть 40 минут в воздухе и 40 километров может достигать. Но нам поставляют, по-моему, только 300 или 600 тоже. Я просто не в Нам курсе. поставляют пока 100, к сожалению, а Не-не-не, я 300... имею в виду, нам поставляют тот Swissblade, который 300, а не Swissblade 600. Ну, окончательных данных у меня нет. Там подход был, что и то, и другое дадут. То есть, и это, наверное, правильно было бы, потому что надо использовать применение. Есть необходимость в применении как одного, так и второго. Понятно. Поэтому это А вот такая. против этих кораблей это сугубо гарпун, да, и вот эти Да, дальнобойные. совершенно верно. После событий в Одессе премьер-министр Британии выступил и сказал, что, ну, то есть он перед этим нам в свое время, если вспомнить, на катера, которые они помогали делать, ракетные катера, должны были даваться ракеты, ну и так далее. А здесь после обстрела Одессы, значит, и вообще мы помним, что вот морскими вопросами особенно Британия к этому относится очень чувствительно и решительно, поскольку
свое время, с тех времен, когда это владычица Мария она была, вот, и поэтому все эти нарушения, которые делают международные морские, россияне проводят, и как себя ведут в этой войне, вызывают соответствующую их реакцию, и это нам в пользу, в корысть. И вопрос, опять-таки, времени и освоения. То есть этими ракетами можно доставать и нужно будет это делать. Вопрос, насколько быстро будет поставлено, изучено и применение этих ракет. Понятно. А вот что это за БПЛА РК-20 «Пума»? Вы что-то об этом слышали? Да, значит, с одной стороны, как бы, если посмотреть на него, то это вот внешне как разведывательный беспилотник аппарат, тогда в чем вопрос, потому что нам нужны в первую очередь ударные. Но вопрос в том, что он используется для наведения средств огневых, и это очень важно. То есть он взлетает, обнаруживает цели, подсвечивает, и по нему применяется оружие. Вот в таком подходе это важно, и ну, нам говорят о том, что будет осуществляться в комплексе такая система оружия. То есть не разделять, что его отдельно только как средство разведки, а в целом как средство, которое будет обеспечивать осуществление ударов огневого воздействия на противника. Смотрите, есть еще информация, в «Нью-Йорк Таймс», во всяком случае, написала, что США будут посредниками передачи союзниками по НАТО танков Т-72, а Германия говорит, министр обороны Германии говорит о том, что нам будут поставлены 58 боевых машин пехоты, БМП-1 известных. А это действительно сейчас надо в современной войне? При этом же есть заявление, я уже не помню, кто это были, британцы или американцы, где они сказали, что в Украине сейчас на один российский танк уже приходится по 10 противотанковых комплексов. Да, но действие противотанкового комплекса НЛО, например, 800 метров. А задача стоит уничтожать, чем дальше вы воздействуете на противника, тем лучше. То есть вот артиллерийские системы дальнего действия британские, то есть это десятки километров, вот там надо начинать уничтожать противника, их огнем, средства, их вооружение. А вот гранатометы ручные, противотанковые, это ну, максимум та же Стугна-П, Корсар ближе, он более легкий, Стугна-П, ну максимум до 5 километров. Хорошо, наша Стугна, но она, ее надо подсвечивать лазерным лучом, тут есть свои, так сказать, недостатки в этом, но в целом возможности такие есть. А надо уничтожать как можно дальше. Так вот, как раз об этих возможностях идет речь. Значит, 300 миллионов евро Германия выделила правительство на оказание помощи. Танки 72 старые, но они у нас есть. Вот, и только поставляется, мы их можем использовать. А также, кроме БМП, о которых вы говорили, они приняли решение из арсенала Германской Демократической Республики, которые получили бронетранспортеры, которые имеют и пушечное, и пулеметное вооружение, передавать. Нам все это важно и нужно. Поэтому это только можно приветствовать. Значит, немцы по части вооружения, которое у них есть, вооружение, там сложный путь прошло от немцев к шведам, а шведам к чехам, и чехи готовы были, значит, нам это дело продавать или передавать, но не было изначального решения производителя, то есть или тот, кто от ГДР, не производитель, а обладали ФРГ. Поэтому это решение уже есть, и этот процесс идет, и поставки осуществляются. А вот этот бронемобиль, который Австралия вроде бы собралась поставлять, Бушмастер. И они сразу, вот после того, если вы знаете, и мы знаем, телезрители, после выступления нашего президента, там, который сказал, что вот под пылью это одно, а свободу защищать это совсем другое, и вы можете в этом помочь. Они приняли решение по санкциям. Австралийцы приняли приняли решение о передаче этих бронетранспортеров, причем самолетами. Понятно, скепсис отдельных, что где Австралия, где Украина. Но было бы желание, а потом напряженная работа, а все это имеет место в Украине у руководства военно-политического, поэтому складывается. И вопрос, если они нам разбили Мрию, это не значит, что
мы лишились логистичного авиационного обеспечения, оно имеет место, и они будут, ну, по прогнозам, может быть, в течение недели и больше. И еще вопрос про комплексы НАСАМС, норвежские. Там, да, Зеленский также выступал перед парламентом Норвегии и начали говорить об этих комплексах. А что это за комплекс? Можете рассказать? Да, это комплекс с возможностями, близкими к нашему, чуть лучше, просто по таких техническим характеристикам, как БУК, но там совсем другие. Это, значит, это из авиационной ракеты, у нее хорошая энергетика. Значит, норвежская ракета американская, комплекс норвежский, и он был настолько удачным, что его там, ну, где-то до десятка стран закупили и взяли на вооружение, поэтому нам он необходим, и он быстрый в освоении, и это те средние комплекс ближнего и среднего действия, которые нам необходимы. То есть нам надо расширять возможности выше и дальше переносных зенитных ракетных комплексов. И он как раз очень подходит для того, чтобы решить эту проблему. И вопрос опять-таки в быстроте поставок, освоения и применения. И Naval Strike Missile. Крылатая ракета в зависимости от модели может использоваться в морских, воздушных и наземных платформах до 500 километров с возможностью уничтожения наземных целей. Вот это, да, то, что это... может помочь от этих кораблей, которые нас обстреливают. Да, но вопрос же не только в кораблях. Да, вопрос есть и объекты наземные, есть базы соответствующие, есть скопление техники. Да. С точки зрения применения есть оказание на больших дальностей помощи нашему Мариуполю, да, героически, которые они... Во-первых, сам по себе город отстаивает, так они еще массу войск противника, значит, не дают возможности уйти в другие места. Там сейчас идут тяжелые бои как на востоке, так и на юге. Это надо понимать. Если бы были ракетные возможности, а у нас по всяким договорам и по всяким подходам союзников, ну и Россию, конечно, в первую очередь, ну и других союзников, ракетные комплексы пообрезали и позапрещали только до точки У с дальностью до 120 километров. Вот что вот остается, это все, что ракетные как бы у нас по большому счету есть. Вот. А у россиян возможности достаточно большие, многие из этого уже не использовался, ресурс уходит, но вместе с тем мы же видим каждый день, что происходит с ракетными ударами на территории... По всей Украине. Да, по всей Украине. Вот и ответ там. Я уже... То, что было до войны, там, скепсиса, но нам надо сейчас удержаться и победить вот в этом этапе. Хотя бы, да, и выйти на приемлемых условиях на перемирие. Остальное, я думаю, мы сделаем выводы и более решительно с этим правительством и президентом будем реализовывать те вопросы, связанные безопасности нашего государства. Ну, то есть, если подсуммировать из того, что нам не хватает, да, это по-прежнему ПВО и самолеты. Да. И самолеты, ракеты. Я так понимаю, история вообще как-то заглохла, да? Байден, ну, так и не решился передавать нам. Ну, я хотел вообще исторически напомнить, как США еще со Второй мировой, значит, 3 года не решались они войну начинать на стороне там демократии, свободы и всего остального, пока японцы не помогли. Ну, а потом еще как-то скрывали очень-очень передачу самолетов в Британии. Там есть такая история, что довозили до границы в разобранном виде, перегружали на конные повозки, переходили к канадскую границу, там собирали, уже канадцы передавали в Великую Британию. Вот это начало такое в самолетах было. То есть много исторически что-то как-то повторяется, к сожалению, и надо, ну вот, много что остается еще с мирных подходов, и не делаются выводы, значит, с тех моментов, которые были. То есть аналогия, которая с Гитлером, с подходом сообщества мирового, как они шли на уступки и чем это для всех обернулось. Угу. А сейчас вот эта история повторяется на нашем государстве, и поэтому мы боремся за то, чтобы изменить эту порочную практику истории.
Ну и земля, артиллерия, ракетные комплексы, как я поняла, это все-таки прежде всего необходимость в ракетных Здесь я комплексах. хотел отдельно сказать, вот по артиллерийским комплексам большой дальности принципиальный вопрос, потому что все там отдельные, скажем, дилетанты умиляются джавелинами, значит, НЛО и все прочее. Так вот, я хочу напомнить, что поражение цели ракетной войск и артиллерии вооруженными силами Украины до 70, а порой до 80% осуществляется именно артиллерийскими комплексами. Очень эффективно они себя показали, артиллеристы, и в 2014-2015 годах, и сейчас это является, я еще раз хочу сказать, что вот по нанесение поражения объектам вооруженных сил Российской Федерации до 70, а порой 80 комплексов. Вот таким образом. Поэтому артиллерия тоже дальнобойная и высокоточным снарядами, значит, это вопрос принципиальный тоже. Ну и, конечно, всех очень сильно за последние сутки всколыхнула история с этими открытыми захоронениями и, ну, все, что было найдено в Буче, Ирпене, Житомирская трасса, да, вот это вот направление. Я сама там подъезжала и в Ирпене, завтра собираюсь ехать в Бучу. Понятно, что там уже, скорее всего, ну, всех подробностей журналистам не удастся увидеть, но мы видели эти фотографии, мы видели свидетельства очевидцев. Я разговаривала с людьми из Ирпеня лично уже несколько. Имеет серьезное. Скажите, это вот сейчас там идут споры, что это эксцесс отдельных исполнителей, или это все-таки была конкретная задача? Ваше мнение, что это было? Мое мнение, это системный подход этих варваров, людей, которые таким образом ведут себя. И причем это от солдата до офицера. То есть по тому количеству, по тому, как и что это происходит, различные части различных видов вооруженных сил Российской Федерации, и вот во всех в них имеет место такое зверское отношение. Это понимают многие страны. Сразу же после того, как это было опубликовано, было принято соответствующее решение Франции, Германии по вооружениям, по санкциям. Россияне, даже враг, понял последствия, и поэтому Организация Объединенных Наций хочет провести мероприятие, связанное с тем, что вот какой фейк подготовила Украина для того, чтобы дискредитировать их там правоверных. Вот. Ну, они же в рай. Какой же фейк, если это все свидетельство очевидцев, вы сняли крупнейшее международное агентство эти трупы? Вы возмущаетесь против моей информации или против поведения Российской Федерации? Если Российская Федерация, я вас всячески поддерживаю. Ну да, я имею в виду, что они врут очень беззастенчиво, потому что есть. Они циники, много из них антилюди, и поэтому заслуживают однозначного в связи с этим отношения к ним. И лють – это то, что в наших военнослужащих и в нашем народе все больше просыпается и все больше овладевает. И поэтому возмездие будет неизбежное. Правильно я понимаю, что аналогичные действия с их стороны, вероятнее всего, сейчас ведутся и на востоке, и на юге, и только освобождение этих территорий может избавить людей, которые там проживают, остались в оккупации, от Более того, я геноцида. сказать, дело времени, что после освобождения, как и в других местах, можно будет убедиться. Конечно, они сделают выводы и будут прятать. Ну вот как этими же телами обнаженных женщин у нас там в На этих районах. Житомирской трассе, да. Да, которые они понимали, что значит, это нежелательное, поэтому их обливали дистопливом, но погода была и дистоплива, значит, тела, это вообще об этом вот так говорить цинично, как бы. Поэтому это не новые подходы. Вот в одних, в подвалах рядом, в одном подвале отделения они ели и спали, а рядышком через стенку они расстреливали, пытали и казнили людей. Ну, о чем можно здесь говорить?
Это Но при нелюди. этом последние дни, вот я знаю, что в Ирпене я общалась с девушкой, которая вывозила оттуда детей и собаку, ну, как волонтеры. И они начали еще это делать, когда россияне там были, в части, Ирпень же был не полностью вроде как захвачен, а частично захвачен. И она говорит, что если в первые дни просто на улицах лежали трупы, то когда они начали уезжать, они просто проехались танками по этим трупам, просто чтобы скрыть. Ну, видимо, какие-то, чтобы было труднее идентифицировать, причем там частично лежали российские военные. Они просто все по всему прошли с Ну, танками. я по поводу фашистов, я помню, значит, отец, когда учился в танковом училище, рассказывал, что у них был сравнительно еще молодой, седой старшина, который прошел войну, и он рассказывал о случаях, когда фашистские танкисты догоняли наших военнослужащих, которые там, ну, танки прорывы были и прочее, догоняли, сбивали. И для того, чтобы убедиться, что точно перемололи, не просто наезжали, а еще прокручивались, делали круг на месте, на одном, чтобы вместе его превратить в людей. Вот, ну, вы знаете, там они борются с националистами и фашистами. Так вот, первые, кто есть такие фашисты, это сами военнослужащие Российской Федерации. Ну, тут спорно, я опять-таки, когда еще Ирпень был открыт на блокпосту, мы стояли там с группой, не знаю, человек 50 крупнейших международных СМИ, и мы ждали вот этих вывезений, вывоза людей и разговаривали с ними. И там вывезли пожилую женщину, которой было 92 года. Есть даже это интервью в настоящему времени, короткое, где она говорит о том, что, вы знаете, я пережила ту войну, но был немец, да, они приходили, бомбили, убивали, ну, военные объекты прежде всего. Они не трогали цивильных, ну, кроме евреев, которым у них был геноцид применен. Но, говорит, то, что сейчас русские делали здесь у нас с гражданским населением, такого фашисты себе не позволяли. Ну, я могу это подтвердить. Моей маме 91 год, и она еще была ребенком, но вот такого рода факты и моменты она подтверждала и рассказывала. И родственники, которые еще жили в то время, когда я был молодым человеком, делились, и они помнят это и подтверждаются. Так что фашизм надо искать в России как таковое, как явление, а реализация его происходит, к сожалению, здесь у нас в Украине. Реализация российского фашизма. Да, и только наше сопротивление позволит нам выжить. Дякую вам, пане Ігоре. Нагадаю, що це були хроніки війни з Тетяною Поповою. Сьогодні ми говорили про те, що відбувається на 40-й день війни з генерал-лейтенантом у відставці Ігорем Романенко. Підписуйтеся на нас, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на канал Ісландія. Розповсюджуйте посилання на це відео у ваших соцмережах. І побачимося завтра.